Ковров на салах. Рассказ «Дворик». Перевод с марийского языка на русский автора. Этот дворик, бабушкин дворик, и сейчас перед глазами. Он весь зарос травой, мягкой, пушистой, словно ковер, сотканный из ярко-зеленых шелковых ниток. Среди травы красуются желтые цветочки с тонкими-тонкими лепестками. Это одуванчики, как только что вылупившиеся цыплятки. Утром на солнце ковер желтый, вечером он зеленый. Уже в июне, как в сказке, они превращаются в пух. Зато подорожники все лето с нами. Мы с сестренкой Римой бывало валяемся на траве, кувыркаемся, играем, сорвем листочек подорожника, приложим к ладони, щекам. Он такой нежный, пахучий, будто кто-то опрыскал духами. Из центра, где сходятся все листочки, высится зелено-коричневый стебелек с сиреневым пушком на макушке. Из стебельков можно плести корзиночки, но мы, подорожник, не рвем. Пусть они растут, благоухают, радуют глаз. Незабываемое впечатление.